Всем привет, с вами Олег Crazy Motion, и у нас сегодня незапланированное включение. Сидел я себе спокойно, делал Кондора 12 серию, и тут увидел, что появились картинки минифигурок 13 серии. Они на одну серию меня пока опережают. И я понял, что надо это срочно показать, потому что новость пока еще горячая, почему бы не порадовать. Итак, здесь первая картинка, которую вы видите сейчас на экране, это, собственно, общая обзорная картинка всей серии. И мы видим, что у нас тут входит. Давайте сейчас ее откроем пошире. Так, у нас здесь входит король, внешне очень красивый, индус, укротитель змей, фехтовальщик, инопланетянин какой-то, очередной циклоп, единорог, девочка, шериф с табличкой «Разыскивается», египетский воин, строитель. Это кто-то у нас из исследователей в джунглях, что ли. Маг, видимо, злой. Человек-хот-дог. Вот это, честно говоря, не совсем понимаю. Что-то здесь будет то ли секретное, то ли второе лицо. Не знаю, что это. Кстати, хороший вопрос. Кто знает, откомментируйте, что это такое, что это ожидается за сюрприз. Потом будет женщина-самурай. Космический воин. Певец очередной серии диска. Или певица. Непонятно. И что-то вроде гоблина, орка, что-то фэнтезийное. Но кроме этой картинки есть еще практически все картинки в хорошем качестве, кроме певца или певицы. Начнем мы с египетского воина. Очень хорошая фигурка, качественная, то есть качественная в каком плане, что исторически достоверная, пригодится однозначно для всяких исторических сценок. Меч красивый, шапка, лицо. В общем, фигурка. Чувствую, у меня будет. Египетская армия у меня будет. Следующая картинка у нас. Строитель. По строителю что можно сказать? Знак скрещенного молотка пилы. Сама пила будет. Хочу пилу. Доска с картинкой. Шлем, точнее каска, похожая с встроенными волосами. Таких парочку тоже надо бы взять. Ну, собственно, возьму-то я сразу коробку, как обычно. Так, инопланетянин. Вот по инопланетянину у меня никаких эмоций. Эта тема пока не сильно меня трогает. Одна штучка точно будет. Так, единорог. Девочка-единорог. Ну, тоже никак. Одна штучка для коллекции и хватит. Хот-дог. Фигурка смешная. Парочки, я думаю, хватит. Вот это уже поинтересней. Здесь торсик, который может подойти для какой-нибудь Первой мировой войны. И шапка, которая может подойти... О, черт, они ее сделали со встроенными волосами. Это плохо. Я вначале обрадовался, потому что шапка очень хорошо бы подошла на Вьетнамскую войну, собственно, вьетнамцам. Но встроенные волосы все портят. Это очень обидно. Ну ладно. Индус, укротитель змей. Достаточно интересное лицо, змея такая в коллекции животных должна быть. И шапка тоже, которая пригодится для разных инсталляций. Соберем коллекцию индусов. Вот это супер-мега-классная фигурка. Здесь и лицо с визором, и броня, и эмблемы на груди очень крутые. Таких надо будет побольше собрать. Очередной шериф. Ну, здесь, собственно, усы уже не новый элемент. Ну, просто прикольная фигурка. Для коллекции Дикого Запада подойдет. Пару штучек надо будет взять. Классно детализированная броня самурая. Не знаю, насколько женщины были в самурайских костюмах в то время. Мне кажется, все-таки не были. Так, это у нас уже было. Нам это не надо. Циклоп. Главное циклопу что? Правильно, накрасить губы. Ну, парочку циклопов, может быть, возьмем. Обалденная фигурка короля. Просто замечательно сделанная. Торсик очень красивый. Корона.
В общем, для средневековья, для темы замок просто must have. Обязательно взять. Но эта фигурка называется «Привет из Хоббита» или «Властелина колец». Для коллекции подойдет. Несколько штучек тоже. Ну, красивая фигурка. Надо брать. Оригинальная фигурка фехтовальщика. Еще не знаю зачем, но фигурка пригодится. Красивая, мне нравится. Видите, тоже была. И последняя фигурка, точнее 15-я, но последняя, которая у меня есть в хорошем разрешении, это некий злой волшебник, злой маг. Очень красивое лицо, красивый принт на теле, на, собственно, плаще, на, красивый принт на халате, маг огня. Таких надо будет тоже штучек 5 приобрести. Вот, ну и последняя фигурка 16-я, которую, как я говорил, у меня в хорошем разрешении нет, это вот фигурка этого певца диска. Собственно, все, вот мы посмотрели первые картинки в хорошем качестве 13 серии. Ну и для тех, кто включил это видео, маленький бонус. Хочу показать, что я сейчас делаю в Кондре 12 серии. Значит, вот, собственно, мой рабочий стол. Вот вы видите, как будут нападать индейцы. Дальше спойлерить не буду. И ладно, маленький бонус. В этой серии появится Делориан. Сразу скажу, что смысл в его появлении будет не особо, он просто появится, и вот как это будет выглядеть. Так, что-то подтормаживать немножко. Ну, для бонуса, я думаю, сойдет. И еще раз попробуем. И что-то как-то тормозит. Ну, не суть, ладно. В общем, все, вы увидели, что Конор делается, серия почти готова. В настоящий момент сделано 6 минут 44 секунды. Ориентировочно мультик где-то будет минут 8-9. Так что скоро уже будет. Все, в общем, спасибо за просмотр. Показал вам новую 13-ю серию мини-фигурок и свой рабочий стол, в котором монтирую Кондора 12-й серии. Все, до новых встреч, увидимся, пока.